Как получить ответ на ваш вопрос? Как связаться со мной? Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы на канале выращивания хвойных растений Евгений Филимонов. Сегодня мы рассмотрим, как можно задать легко и просто вопрос мне и получить на него подробный ответ. Ну, во-первых, это наш сайт. В шапке сайта вы увидите мой номер, номер WhatsApp. Потом в левом углу жмем конвертик, заполняем форму, пишем вопрос, получаем ответ. Все хорошо. А желательно зарегистрироваться. Затем онлайн-консультант, пожалуйста. Тоже заполняем форму, пишем вопрос, получаем ответ. Затем обратный звонок. Пишем имя, пишем телефон. Получаем звонок от меня вот с этого номера телефона с рабочего. Обычно я звоню. WhatsApp. Также задаем вопрос, получаем ответ. Если вы зашли в соцгрупп Фейсбука, если вы на Фейсбуке нашли информацию обо мне, но не знаете, как связаться, переходите на мою страничку саженцы хвойных Ростовской области. То есть информация слева в колоночке, нажимаете ее, опять же тут карта, телефон раз, потом что у нас тут, почта 2, сайт 3. Телефон WhatsApp 4. Пожалуйста, написать нам тоже возможно. Берем и пишем, как бы. Не проблема. Ну, одноклассники, такая же история у нас происходит. То есть сообщение написать можно. Можно написать WhatsApp, можно позвонить по телефону. То есть сайт, тоже с которого и желательно задавать все вопросы. Потом опять же, ну что у нас есть? У нас тут есть комментарий. Комментарий 3. Вот. Заходим, то есть делаем комментарий и все это отвечается, все это просматривается. Но все желательно, конечно же, опять же через сайт. Войный дворик. ВК. Здесь есть моя личная страничка, естественно, контакты, вот мои контакты, мой номер телефона, почта, потом опять же сайт, опять номер телефона, опять почта, то есть всяко разно вы можете связаться и написать сообщение. Ну и самое более вероятно быстрого ответа вы получите, конечно же, на канал YouTube выращивание хвойных Евгений Филимонов. Просматриваем видео, смотрим, делимся, оставляем комментарии, ставим лайки. Комментарии оставляем, на которые я с удовольствием отвечу. Поэтому мобильная версия сайта более, конечно, она не доработана, мы ее дорабатываем, ну, посмотрим, что можно сделать. Тут опять телефон, WhatsApp, также одноклассники, все, также вы можете задать вопрос и получить ответ, опять же, зарегистрироваться и написать. Задать вопрос, получить ответ. Ну, желательно заходить, конечно, с сайта, поэтому я советую вам сайт более-менее. Я сразу получаю информацию, то, что происходит на сайте. На этом спасибо, всего доброго. Пишите, оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки, там, задавайте вопросы. Буду рад ответить на них. Всего доброго, удачи!
Thank you.